Рождественский домик на прокат. В московских парках появятся зимние беседки, которые можно будет взять в аренду на несколько часов. О проекте пишет «Известия». Первые 4 домика появятся в Сокольниках уже в январе. Беседки размером 2 на 3 метра с отоплением, столом и стульями будут рассчитаны на 6 человек. Заказать места можно будет по интернету. После оплаты достаточно распечатать электронный билет и прийти в парк к назначенному времени. Организаторы уверены, что в первую очередь новый сервис будет интересен семьям с детьми.